Дома и трибуны помогают. На стадионе «Трудовые резервы» открылся 57-й футбольный сезон первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Курский «Авангард» не оставил шансов пензенскому «Зениту». Встреча завершилась с разгромным счетом. Подробности далее. Открыл счет полузащитник курской команды Андрей Перов. В середине первого тайма после точной передачи он отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Второй гол куряне забили на 49-й минуте. Его автором стал нападающий «Авангарда» Александр Носов. Под занавес матча третий результативный удар по воротам пензенского «Зенита» нанес Александр Маренич. Великолепный счет, очень красивый. Надо стараться в каждой игре так выкладываться. Результат этой встречи позволил курянам возглавить турнирную таблицу. По итогам двух прошедших игр на их счету сейчас 6 очков. После матча главный тренер курской команды Сергей Булатов рассказал о том, какие задачи ставит перед подопечными в этом сезоне. Создать команду, за которую не было бы стыдно перед курскими болельщиками. И попытаться выигрывать в ближайших матчах. Как это не банально звучит, но она, вот такая задача есть. Да, быть вверху таблицы, потому что Курск достоин быть вверху таблицы. И развиваться как команда, как коллектив. Возможно, успех «Авангарду» принесет обновление состава. Основания для таких надежд уже есть. 2 гола из 3 в этом матче забили новички. За ходом матча следил и глава региона Александр Михайлов. Я думаю, что если смотреть по составу нашей команды, ей вполне по силам войти в пятерку, может даже и в тройку лучших команд нашей зоны «Центр». Мы такую задачу им и ставили. Я думаю, что и тренерский коллектив, и ребята, они все это понимают. И сегодня теперь многое зависит от них. Следующий матч курские футболисты проведут на выезде. 25 июля они сыграют с «Локомотивом» из Лисок. Ирина Бобровская, Андрей Дегтярев, Максим Леонов, телеканал «7».